Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Хотела вам показать бальзамин махровый. Тоже он у Оллера считается. Но вот такой вот махровый. Я вам ранее показывала обзоры. Это у меня была поставка черенков от фирмы Агровиола. Ох, я недооценила такую красоту. Он просто красавец. Это просто что-то с чем-то. Опять же, не то, что там... Как правильно-то выразить мысль? Не то, что я его недооценила. Я, в принципе, представляла, если обычный бальзамин красавец, именно Уоллера, а махровый должен меня поразить и удивить. Но я не думала, что настолько. Цветочек крупный, набивной. Очень много бутонов. То есть еще перспективу в цветении просто потрясающе. По-хорошему. Бутоны сейчас все убрать, потому что мне нужны черенки. И мы сделали такой вывод. Еще должно прийти три цвета. Красный с белым, розовый с белым и ярко-ярко-оранжевый. Я буду надеяться, что все получится, потому что видите, как у нас с погодой. Когда я общалась с менеджерами от фирмы Агровиола, они говорили о том, что вот первая поставка — это 4-я неделя нынешнего года — была с большим выпадом. Ну, понятное дело, холодно. Но, скажем так, на следующий год я уже, конечно, хочу не то что развести данные сорта, но, скорее всего, буду уже заказывать не по 3 штучки скромно, а буду уже нацеливаться на то, чтобы заказать полноценной кассетой. Опять же, скажу так, все покажет спрос. Я могу восхищаться, стоять, говорить, какая прелесть, какая красота, но спрос на рынке, цена и спрос все покажет. Скажем так, за сколько такую красоту я смогу продать и сколько я, ну, скажем так, чисто экономически будет выгодно. Но смотрится очень, 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 очень. Вот единственный недостаток — нет запаха, нет какого-либо аромата. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. Так что вот такой вот меня бальзаминчик порадовал в эти очень холодные, ненастные дни. Всего доброго. До свидания.